Всем добрых дней, я Наташа Меркулова, и сейчас я покажу, как стилизовать и уже нарядные образы, и достаточно простые образы. Начну с юбки-пачки. Смотрите, вот, допустим, обычная юбка-пачка. Вот, примерно такая, или там, или, допустим, вот такая. Здесь идет сразу платье, да, и отсюда мы сразу смотрим, что, на что разделено. Это юбка и это кроп-топ. Соответственно, берем это за основу. Плюс сюда можно, например, надеть вот такой красивый жакет. Вот такой жакет. И смотрите, кто любит более приталенные образы, можно, например, приталить его вот таким красивым ремнем. Вот, смотрите, сейчас, как это будет выглядеть. Смотрите, вот такой вот красивый ремень берем. У нас получается, да, мы делаем себе талию. То есть талию можно сделать всем, у кого она есть, у кого ее нет. Да, девчонки, дайте мне зеркало, чтобы я себя там видела. Второй, например, вариант, кто хочет, ну, поярче быть, да, берем вот такой ремень. Вот так вот, да. Далее, что мы делаем с обувью? Смотрите, можно взять, например, какие-то... Все зависит от того, куда вы пойдете, куда вы поедете. Я покажу образы и дома, и в ресторан, и за город. И за город, где тепло, и за город, где холодно. Вот, допустим, какие-то босоножки. Вы взяли мюли, может быть, сапоги, вот стразы, да? Видите, как красиво вот такой образ. И смотрите, вы берете, допустим... Сейчас представляем все, что это сапоги, что это босоножки. Вы берете, например, вот обычные мюли, но здесь они есть с бантами. И вы можете где-то приобрести, или у нас, вот такие вот аксессуары. И вы, допустим, на банты, или на сапоги, или на ботинки прикрепляете либо сюда, либо сбоку. Либо вы можете, например, бантики вот такие повязать. Либо даже вот эти вот бантики... Вы берете веревочки и вокруг ног вот так вот это продеваете, допустим, сбоку. То есть стразами вы украсили обувь, допустим, если вы любите стразы. Вот если вы... Или сразу можете взять обувь вот в стразах. Вот это будет такое, потому что Новый год, это все-таки мы сверкаем, мы сияем. Далее, что мы можем сделать? Это не обязательно носить весь вечер вам вот так вот сиять и сверкать. Можете взять, например, вот какие-то такие перчатки. Я очень люблю черепа, может быть, вы их не любите, что-то другое. То есть вот такие перчатки. Они могут быть длинными, или сюда вы можете также эти черепа как-то надевать. Далее, смотрите, вот такая жемчужная нить. Она может быть вот такой длинной, или она может быть просто не завязываться. Но мне повезло, у меня та нить, которая завязывается. Что делаю? Вот так ее завязываю. И мне как будто бы мало. Что могу еще сделать? Могу сделать, например, вот такую длинную цепь. Или сделать ее вот так. Дальше. Могу завязать вот сюда вот такой бант. Я возьму розовый. Мне нравится сочетание черного. То есть кому-то, возможно, цепочки будет достаточно. Завязываю бант. Так, сейчас. И вот эти ленты, наверное, вот сюда тогда. Сейчас еще покажу, как на других образах и в других цветах и будет смотреться. То есть вот получается вот такая вот история, да, достаточно новогодняя. Кому мало, может сюда же вот так надеть. Смотрите, вот кому мало, вот такие вот штуки можно пускать по всей этой жемчужине. Можно, например, использовать вот такие вот серебряные цепи. Сюда же тоже надеваем либо бант, либо вот эти вот бантики стразы. И там уже вы можете
вот этих дракончиков новогодних, или бабочек, или фей, что вы хотите. Банты также вы можете использовать разного цвета и разные там. Банты могут быть в форме сердца, в форме бабочки, в форме там Деда Мороза или кого-то еще. Так, и также вот золотые цепи мы используем разной длины. Вот, смотрите, вот эту цепочку, да, можно было на нее этот бант нанизать, навязать. Сейчас я, наверное, сниму вот эту одну цепь отсюда, чтобы далее показывать. И вот смотрите, такой, допустим, загородный у нас получается образ. Это вот такая юбка-пачка, она достаточно теплая, и сюда мы берем вроде бы вот такой вот простой свитер. И что мы делаем? Мы на этот свитер надеваем вот эту вот, ну, такую золотую, допустим, цепь. Сейчас покажу. Сюда же мы надеваем вот, допустим, такую серебряную цепь. Или это мог быть жемчуг. Сейчас. И вот сюда, допустим, мы еще жемчуг. А, вот эту цепь золотую мы сделаем вот так. Гораздо проще, поэтому я сейчас повешу сюда вот такую цепочку, чтобы было понятно. Вот, и сюда же мы тогда делаем вот этот вот белый бант. Прекрасный. Так, и вот сюда же надеваем бантик из страз. И все это трансформируется, естественно, по вашему желанию. Какое у вас настроение, так вы все это дело трансформируете. Вот смотрите, вот такой теплый новогодний образ. Сюда можно одеть белые кроссовки, белые лоферы или там, допустим, белые лодочки. Все зависит от того, где вы отмечаете, то есть вот где будет прохладно, такой образ можно собрать. К этой же юбке можно подобрать, например, отдайте мне молочный вот такой топ, девчонки. То есть сюда же вот мы надеваем вот такой вот белоснежный свитер, и вся вот эта вот история плавно перетекает сюда. Сейчас покажу, как на этом свитере это будет смотреться. Я вижу черный и молочный. Я черный вижу и молочный. И черный вижу и белый. А, все, вижу молочный. Отлично. Вот, смотрите. И вот такая вот тоже история получается. Опять-таки надеваем белые лоферы или белые там кроссовки. Вот такой, смотрите, образ. Сюда то же самое. Можно будет надевать разнообразные цветы и украшения. А, вот здесь, смотрите, вот такая вот юбка. И вот такой вот джемпер. Видите, как здесь получилось? Такой более монохромный. Сюда же, например, к белой юбке вот можно вот так сделать. И надеть вот, допустим, вот такой жакет. И вот к этой же юбке. Сейчас покажу, как будет. Вот такой, например, молочный топ. И такой вот, например, белый жакет. Или молочный жакет. Далее, смотрите, мы берем вот такие черные брюки из эко-кожи. Можно брать разнообразные, там и клеш, можно и широкие. Надеваем вот такой вот топ. Сюда, помните, да, опять-таки мы надеваем разные цветы, броши. Можно вот такой жакет. Сюда надеть, если прохладно, если не прохладно, остаемся так. Далее вот такие блестящие брюки, пайетки. Сюда можно топ из эко-кожи. Или можно, например, топ вот такой вот черный. И сюда же опять-таки надеваем жакеты. Либо белого, либо черного цвета. Также смотрите.
смотрите, к черным брюкам мы можем надеть вот такой топ из эко-кожи, цветок любого цвета и сверху, например, белую рубашку. Это уже можно и в ресторан, и за город. Так, далее. Вот это вот такой более загородный образ. Смотрите, здесь брюки такие очень мега удобные, достаточно теплые. Здесь такая вот резинка. И также вот любой топ из эко-кожи. Или, например, вот такой вот блестящий топ. И, конечно же, жакет. Здесь уже можно использовать, допустим, красный цвет. То есть вот такой вот трио, пайетки вот так вот будут переливаться, перекликаться. Здесь можно надевать жакет там лавандового, ярко-зеленого какого-то цвета. Вот такое платье, смотрите, оно уже тоже такое переливается, очень красивый рукав. На него также надеваем жакеты, если вы вдруг где-то за городом. Далее, смотрите, вот такая интересная вещь, достаточно теплый жакет, фатин. И внутрь можно надеть вот такое прекрасное платье. Смотрите, оно такое открытое, это для смелых девушек. И можно вот так тоже надевать его. Еще один загородный образ. Там, где у вас тепло, допустим, в каком-то там отеле или у себя дома. Вот такой вот образ. За счет того, что здесь вот такой вот красивый рукав. И вы помните, что вы можете украсить опять-таки вот такими все цветами. И эти вещи потом, соответственно, будут вам служить круглый год, вы будете носить. То есть из Нового года, вот просто мечта, да, всех женщин, чтобы платье, которое можно было носить потом всегда. То есть юбка-пачка, она для чего нужна? Вы можете ее носить вот с ботинками Grudge. Вот, кстати, смотрите, я собрала обувь, с которой можно Новый год встречать. И далее вы надеваете ботинки Grudge, юбку-пачку, плотные колготы, свитер, уже без всяких украшений. Образ у вас получается на каждый день, а украшения, в принципе, можно будет и оставить. Вот чем юбки-пачки хороши. Далее, смотрите, вот такие же брюки черные палаццо, вот с этой футболкой. Это тоже такой загород, хороший образ. Платье, смотрите, разнообразной длины платья, там плиссе, такие легкие воздушные шифоновые. Если вдруг вы за городом, вы надеваете такой достаточно теплый жакет, вот такой, например, на подкладе, да, и у вас и нарядно, и в то же время тепло. Или, если хотите яркости, надеваем сюда жакет, и сюда, соответственно, какие-то украшения, рукав можно будет поднять, надеть, вот, допустим, эти перчатки, или такие, какие вы выберете себе перчатки. То есть перчатки, любые выбирайте, любой длины там. Вот такой красный жакет. Так, передохну. Если у вас какие-то вопросы будут, вы задавайте. Кстати, не в тему эфира, но в тему нашей жизни. Многие знают, что я еще увлекаюсь всякими различными практиками и медитациями. И мне, например, вчера задали вопрос, как быстро прийти в себя. Быстро это медитация есть такая. На вдох вы делаете 4-5 вдохов. И на выдох вниз 8 или 10, то есть кратные. 4 вот вдыхаем. На 8 выдыхаем. Так вы делаете 3-5 минут. Обязательно придете в спокойное состояние, когда вы сможете себя контролировать и принимать решения. И перед этим еще можете сделать вот так. То есть вы растираете руки очень-очень хорошо. Энергия есть у всех. Вы ее всегда будете, вы ее всегда чувствуете. Кто-то просто меньше, кто-то больше. Вы растираете, руки не раздвигаете. Вот так вы делаете, вот таким домиком. И первый раз вы вот просто прочувствуйте энергию, сбросьте и сделайте второй раз. Вот так вы собираете, и вопрос, что делать с этой энергией? Себя гармонизировать. Вот таким образом вы себя гармонизируете. То есть в Новый год входите в положительную энергию. Так, идем дальше. Вот, кстати, эти брюки из эко-кожи, такой легкий клеш. Эко-кожа это всегда такой, знаете, праздник секса. Все сюда подойдет, из того, что я показала, вот, пожалуйста, вот так. Далее. Вот такие брюки, клеш с разрезом, с рубашкой. Точно так же ее можно носить и на каждый день, потому что сейчас воланы и рюши, вы видите, они как бы повседневность вошли. И для яркости добавляем, опять-таки, аксессуары.
все платья-пайетки, которые открытые, казалось бы, вот в них холодно, помните, да, добавляем жакеты или надеваем сверху свитера, теплые колготки, ботинки гранж, в то же время нарядный образ новогодний, который всегда потом может пригодиться. Вот такие классные костюмы, такие летящие, вискозные, это если вы куда-то вот едете, это не теплые, и с ними делать ничего не нужно. Это, конечно, просто такой праздничный выход, который можно стилизовать аксессуарами. Такие костюмы мы надеваем там, где тепло. Это дома, либо в ресторане. Вот такие базовые топы, они подойдут, в принципе, ко всем вот этим комплектам, выше показанным. И вот такие базовые платья. То же самое, на них можно надевать свитера и жакеты. И также их стилизовать аксессуарами. Что? А, вот платье, да. И еще вот такие роскошные платья. Здесь потрясающий состав. Здесь у нас, по-моему, вискоза с шелком. Сидят они очень красиво. Эти платья уже, я думаю, требуют стилизации только вами. Платье праздник, это тот, кто любит прям вот вышла я, это, знаете, вот прокачивать кортик королевы. Кстати, вот вам еще одна практика, если вдруг вы себя чувствуете как-то некомфортно, что-то не так, где-то себя потеряла, кортик королевы, это вы делаете вот так и идете из состояния достоинства королевы. И вот вспомните, разве королева может расстраиваться, печалиться или на кого-то обижаться? Ведь королева такая обиделась. Или там она себя чувствует в страхе в каком-то. Чего может королева бояться? Ничего, все ей подвластно. Вот упражнение «Кортик королевы». Пользуйтесь, наслаждайтесь. Что хочу еще сказать. Я желаю себе и вам в этом году и в следующих всех. Желаю себе и вам любви. Желаю себе и вам истинного изобилия, настоящего изобилия. Изобилие – это про все, это не только про деньги. Я желаю изобилия здоровья, я желаю изобилия путешествий, я желаю изобилия друзей, я желаю изобилия счастья в семье, я желаю изобилия в развитии. И все, и всего изобилия, того, что вы будете желать вот с искренностью, чтобы вам приносило пользу и приносило пользу всему окружающему миру. Приглашаю вас в гости в наше пространство, шоурум, адрес любви и стиля.